На скорость собрать и разобрать автомат или без ошибок пройти полосу препятствий – все это про военно-патриотическую игру «Я патриот», которая прошла на выходных. Участники состязания – это 9 команд из школы Емельяновского района. Формат игры новый и отличается от знакомой взрослому поколению «Зорницы». Организаторы заявляют, что это спортивная эстафета по военно-патриотическому многоборью. Участникам предстояло пройти 9 этапов. Это викторина, оказание первой помощи, боевое развертывание и другие задачи. Лучший результат по сумме оценок показала команда Емельяновской школы номер 1. Второе место заняла школа номер 3 того же района. А бронзовыми призерами стали воспитанники Никольского образовательного учреждения. Но, как говорят организаторы, проигравших в этой игре нет. Уважаемые взрослые, вот перед вами ребята, которые, ну, во-первых, прошли несколько этапов. Во-вторых, я уверена в каждом из них, что никто не будет прятаться за чьей-то спиной и является уже сегодня самым настоящим патриотом.